караул. Это кошмар, сказать, невозможно. Думаешь, когда колеса отвалятся. Вот, так что дороги очень плохие. Что-то осенью, по-моему, там ковыряли, меняли, сказать, но все равно, тем не менее, то же самое разбивается. Вообще, сказать, за Волгой, честно говоря, дороги. Там еще хоть что-то делают, а за Волгой кошмар. Я не видел, сколько езжу, не видел, чтобы какой-то ремонт был. Как с мостом, с восточным, с нашим. Он периодически проводится, но только что-то его по последствиям постоянно плачевно этого ремонта. Максимум полгода.